Горный ландшафт и живописные пейзажи – визитная карточка села Супсех. В то же время рельеф нередко становится причиной опасных природных явлений. Сергей Сергеев вместе с сельским главой прошел по улицам, по которым во время сильных дождей сходят большие потоки воды. Избыток воды принимает искусственный пруд, расположенный на днище балки в районе улицы Жолоба. Он является защитным сооружением от паводка, но его состояние требует реконструкции. Придорожные кюветы и водопропускные трубы – временная мера. Кардинальное решение должно быть взвешенным. Его можно принять только на основе проекта, уверен глава Анапы. Есть возможность его осушить и, начиная от родников в том месте, где люди идут, прокопать и эти родники траншеи забрать в траншею. Вот это само болото трогать не надо. Да. А прокопать ты правильно говоришь. Вот посмотрите, откуда вода поступает. Даже пусть оно через озеро идет. Оно что, нам мешает, да, что ли? Не мешает. Нет. Только здесь найти самую низкую точку, угу, и сделать инженерное сооружение. Не в таком виде, а забетонировать слив, чтобы он постоянно регулировал уровень воды, чтобы он был небольшой здесь. Не было угрозы, чтобы домам, которые внизу. Но здесь надо проектное решение. Обязательно. По поручению Сергея Сергеева к изучению вопроса подключили проектно-изыскательский институт «Кубань-Водпроект». Было определено, что решение о ликвидации этого водоема преждевременно, так как этот водоем на сегодняшний день служит буферным каскадом для приема ливневых стоков. А те стоки, которые идут, образуются в качестве родников, они проходят транзитом через него. Поэтому, чтобы принять окончательное решение, они предлагают провести изыскательские работы. Но уже сейчас понятно, что при реконструкции этого водоема мы как минимум решим уже одну проблему из тех двух проблем, которые есть от этого водоема. Это уберутся сточные воды, которые у нас образуются по улице Жолоба в Супсехе. Предварительное заключение специалистов представлено главе города. В ближайшее время будет принято решение о начале проекта изыскательских работ.